Мам, я никогда не видела дедушку? Нет, никогда. А он меня? И он тебя тоже не видел. Жалко. Да, жалко. Вы бы с ним подружились. И рисовать бы он тебя научил. Мам, а где он сейчас? Понимаешь, художник живет в своих картинах. Ну, во всех. И в этих тоже? И в этих тоже. Ксюша. Дедушка. Ксюша. На, помоги мне. Мам, знаешь, я бы все свои рисунки отдала бы за одну картину дедушке. Еще бы. Вот если бы он передал тебе свой дар. А что такое дар? Дар – это талант. А талант? А талант – ну, это то, без чего не бывает художника. Какой такой талант? Какой такой дар? Вот, послушай. Вы зачем столько картинок навезли? Что, вам больше делать нечего? Небудь гвозди молотком прибиваете. Надо сначала дрелью, потом пробки деревянные. А ты кто? Я? Люба. Опилка? Не трогай. Это не копилка, это дедушкина шкатулка. Она не открывается, у нее ключик потерялся. А это что за страхолюды? Это не страхолюды, это дедушка нарисовал. Тебе не нравится? Нравится, не нравится. Такого не бывает.
Таких не бывает. Это все билиберда, чепуха и ерунда. Это что еще дороже? На кого они похожи? Нет, таких и быть не может никогда. Ну и смеху помету, это все мартышкин труд. Не партийное отлучище, и я могу еще почище. И я таких вам сразу тыщу, нарисую 5 минут. Серма? Это все для дурачков, это видно без очков. Правды нету здесь ни крошки, это только понарошки. Это только понарошки, не обманите меня! Здравствуй. Да, здравствуй. Здравствуй. Да. Здравствуй. 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 Здрасте. Мы тебя знаем. Ты Ксюша. А дедушку моего вы тоже знаете? Конечно, знаем. Хочешь к нему? Садись, поехали. Поехали. Ты послушай, где-то тоненькая дудочка играет. Чей-то голос напевает незнакомые слова. Кто-то с лету потускневшие предметы протирает. Пыль сметает и сквозь землю прорастает. Изумрудная волшебная трава. Это сказка, а за сказкой далеко ходить не надо. Сказка рядом, то за дверью, то в распахнутом окне. Ты поверьте, не спугни её, как не её с порога. Там за дверью только небо и дорога, и веселые мурашки по спине. Здравствуй, Ксюша. Здрасте. Дедушка, это ты? Я. А это все ты нарисовал? Когда-то нарисовал, а теперь здесь живу и рисую. Дедушка, а ты меня научишь рисовать? Конечно. Пойдем.
А у нас дома тоже такая есть, только она не открывается. Рисуй. Самое главное, рисуй то, что тебе интересно. Что ты очень любишь или очень не любишь? А что? Ну, сначала можно что-нибудь попроще. Бабочку? Ты думаешь, это просто? Такого трудного. Раз, два, три. Вот и все. Такая, значит. Ну, пойдем, посмотрим. Все просто. Вот это бумага, а вот карандаш на столе, а линия, будто дорога, бежит и бежит по земле. Да только придется измерить шагами всю землю кругом, чтоб линии этой все просто. Вот это палитра, вот краски, а это холсты. И кто-нибудь скажет нехитро, я тоже сумею, как ты. И станет с холодной душою руками водить нам стол. Подумаешь, дело большое, да только что будет потом. Дедушка! Ой,
Отдай кисть! Отдай! Отдай кисточку! Отдай! Не мешайте! Давай меня! Давай меня! Прекрати немедленно! Прекрати! Держи велосипед и отдай кисть. На, экстра супер люкс, высший класс! На! Ой-ой-ой-ой-ой! Что случилось? Дедушка. Дедушка. Ну вот, ты научилась рисовать. Дальше ты пойдешь одна. Прощай. Тише.
Ксюша, подожди. Это дар? Какой дар? Ну, чтобы хорошо рисовать. Возможно. Он тебе поможет. Видишь, свалились. Права была твоя Люба. Надо было дрелью. Ничего она не права. А она тебя искала. Это сказка, а за сказкой далеко ходить не надо. Сказка рядом, то за дверью, то в распахнутом окне. Не поверь ей, не спугни ее, шагни в нее с порога. Там за дверью только небо и дорога, и веселые мурашки на спине. Над домами, над обычными привычными делами, ты как птица выше-выше поднимаешься от земли. Тише-тише, слышать, эта дудочка играет, чей-то голос что-то тихо напевает, и бубенчик заливается звенит.